Уже 19-й день длится война России в Украине. Они творят нечеловеческие зверства, и это надо прекратить. Все украинцы болеют за Украину, и мы поддерживаем со всего мира. Россияне могли выбрать другой путь. Россияне могли по-человечески иметь нормальные дружеские отношения с таким генетически близким народом, как украинцы. И мы, украинцы, всегда поддерживали россиян, несмотря на все те издевательства, которые они веками нам приносили. И за то, что мы их всегда прощали и никогда им не припоминали ни Голодомор, ни вот эти войны, что они развязывали, которые всегда россияне использовали украинцев как пушечное мясо. Но сейчас уже все достаточно, надо этому поставить конец. Нет войне, слава Украине, слава украинскому народу. Россияне могли сделать выбор, иметь нормальные, дружеские, хорошие отношения, но они сделали другой выбор. Мы, украинцы, боремся за правду, за нашу страну, за нашу землю, за наш народ, и мы против лжи, мы за свободу.